нас кризис». Рубковская раскрыла правду об отношениях с Плющенко. В субботу 9 ноября состоялась премьера реалити-шоу «Инна Супер». Во время выпуска музыкальный продюсер Яна Рудковская сделала громкое заявление. Яна Рудковская и Евгений Плющенко считаются образцовой парой шоу-бизнеса. Супруги регулярно публикуют в социальных сетях фотографии и видеозаписи, на которых демонстрируют идиллию в отношениях. Однако, как выяснилось, между ними часто случаются конфликты. В новом выпуске шоу «Инна Супер» продюсер и фигурист признались, что в последнее время они перестали понимать друг друга. Причиной тому – разные взгляды на жизнь. Если Яна Рудковская любит посещать светские мероприятия, то Евгений Плющенко предпочитает проводить свободное время дома. Телеведущая пожаловалась, что спортсмен хочет жить на участке в 200 километрах от Санкт-Петербурга, где он построил дачу и вместе с отцом содержит натуральное хозяйство. Женя совсем хочет к кабанам, гусям и баранам. У нас кризис, он не понимает, что мне по работе нужно на волне быть, мне нужно постоянное общение. Приводит слова Яны Рудковской «Стархит». Публикация фотографий из Инстаграм. Ранее шокирующие новости написали о том, что Саша Плющенко, известный по прозвищу Гном Гномыч, негативно отреагировал на реалити-шоу. Мальчик наотрез отказался сниматься и попросил больше не поднимать эту тему. В конце концов продюсеру удалось уговорить наследника. Взамен Яна Рудковская пообещала купить ему собаку. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Цымбалюк Романовская томится в ожидании подтверждения отцовства Шаляпина. Изуродованную Ладу Дэнс приравняли к Людмиле Гурченко. Меня трясет. Рынска рассказала о чудовищном предательстве Малашенко. Жалко смотреть. Устроивший истерику Асмус крепко вмазали. Дофлиртовалась. Тарзан приревновал королеву к Зеленскому. И многое другое.